Защитников животных, тех, кто не проходит мимо человеческой беды, не остаются равнодушным к проблемам экологии. Здравоохранение не только, и главное, делает это абсолютно бесплатно, поздравляли сегодня в Мурманске. Подробности у Владимира Школьникова. В зале около сотни человек, но это лишь малая талика волонтерского сообщества Мурманской области. Сегодня в Мурманске собрались самых активных и самых деятельных добровольцев региона. Доброволец года – это возможность поощрить тех ребят, которые в течение года сделали что-то более значимое. И мы отдали решение определить каждому муниципальному образованию, что в этом году было резонансного, что было самого полезного, а может быть, что-то произошло впервые, но внесло и свой вклад в развитие добровольчества, и большее количество людей обратили внимание на тему добровольчества и присоединились к нему. Итак, друзья, Елькина Светлана Юрьевна! Светлана Елькина в волонтерском движении уже много лет. Она основала в Снежногорске добровольческое движение и дважды в год учит новых волонтеров этой непростой работе. Большинство учеников становятся участниками множества благотворительных акций. Когда мы получаем результат, когда получаем благодарность, когда получаем, ну, наверное, тысячи раз сказанное слово «спасибо», это заставляет как-то подумать о том, что, ну, жизнь не напрасна. Мы не напрасно работаем. Кубок «Волонтер года» получила и Екатерина Дорошенко. Работает в первой школе поселка Мурмаши. Она объединила детей и их родителей общим делом. Ребята оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны. В свою очередь, нас очень поддерживают наши родители. Мы собираем деньги, покупаем подарки, оказываем помощь этим ветеранам. Ходим, закупаем продукты и проводим акцию «Подарок ветерану». Почти по 10 килограмм подарков мы разносим нашим ветеранам. В Мурманской области живут одни из самых активных добровольцев в России. Прямо сейчас делегация из нашего региона участвует в международном форуме добровольцев. И вчера Мурманской области вручили сертификат на 5 миллионов рублей на развитие волонтерского движения. Владимир Школьников, Борис Савельев, ТВ-21.